Индийский писатель и журналист Джайдип Унудурти работает над графическим романом о Петрозаводске. Свои первые наработки он презентовал накануне на встрече с культурной общественностью города в медиацентре «Выход». Джайдип пишет сценарий, который представит собой смесь научной фантастики, древних мифов и современных страхов по поводу изменения климата. В ходе своего пребывания он изучил историю Петрозаводска, его достопримечательности и необычные события, которые произошли в столице Карелии. Например, Петрозаводский феномен 1977 года, когда в небе над городом был замечен неопознанный объект. Разумеется, я искал информацию в интернете. Еще до приезда сюда я знал о Петрозаводском феномене, случае с НЛО 1977 года. Мы не знаем, что это было, много было споров по этому поводу, так что я уже был немного осведомлен. Таким образом, я собрал вместе эту информацию и ту, которую нашел уже здесь, в Карелии я уже 3 недели, и создал на ее основе повествование. Над созданием графического романа Джайдип работает вместе с корейскими художниками. Индийский писатель высоко ценит их опыт и мастерство. Во время встречи в медиацентре Джайдип раскрыл секреты создания комиксов и рассказал о других своих работах. По словам писателя, роман будет закончен в течение года.